Таразе в два раза снизилась преступность. Почти треть всех преступлений связана с кражами. Этих показателей достигли в рамках проекта «Безопасный город». Оперативно помогают предотвращать и раскрывать преступления камеры видеонаблюдения, установленные на улицах областного центра. В ходе реализации проекта ими также планируют оснастить дворы многоквартирных жилых домов. Проект «Тарас. Безопасный город» стартовал два года назад и за это время доказал свою эффективность. Направлен он на профилактику правонарушений. Специалистам удалось в три раза снизить число имущественных преступлений, в том числе квартирных и карманных краж. Для этого 25% общественного транспорта оснастили видеокамерами и усилили профилактическую работу. Одним из показателей эффективности реализации проекта является достижение его целевых индикаторов. С момента реализации проекта принятыми мерами достигнуто снижение преступности в два раза, с 5000 до 2500. Приоритетной задачей определено сдерживание данного показателя и недопущение его роста. Прокуратура города совместно с уполномоченными органами проведены ряд профилактических мероприятий. На этом большом экране центра оперативного управления весь город как на ладони. Сюда поступают данные с 305 камер внешнего видеонаблюдения. Из них 95 интеллектуальные. Работают они также по проекту. С начала года с их помощью по горячим следам раскрыли 130 преступлений. С помощью интеллектуальных камер имеем возможность по внешним признакам, по архиву за определенный промежуток времени сделать сортировку. Например, цвет одежды, машины. Есть возможность посмотреть, например, за этот период, за час времени, сколько человек прошло. Результаты проекта «Тарас. Безопасный город» озвучили на межведомственном собрании под председательством прокурора области. Действие проекта одобрили еще на последующие два года. Также Нургалым Абдиров провел встречу со школьниками, направленную на повышение правовой культуры. Анастасия Сулейманова, Бахажан Папаев, Руслан Хатилла, Тарас, Хабар 24.